Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, и в этом уроке мы с вами зарегистрируем домен. Домен – это адрес сайта, то есть я надеюсь, вы знаете, что это такое. То есть вот, например, мой сайт, вот мой адрес сайта, по которому на меня могут выйти через интернет, это и есть домен. Это вообще очень важный, ответственный шаг. Здесь нужно хорошо все продумать, так как потом мы не сможем менять данный адрес. У нас он будет один-единственный. Точнее, его можно, конечно, будет сменить, но вам придется начинать все сначала. Представьте, вы зарегистрировали домен, на этом домене ваш магазин пробыл год, за это время поисковые системы проиндексировали страницы ваши с вашим доменом и уже пригоняют вам какой-то трафик. Трафик, то есть людей. Если вы смените домен, заново нужно будет проходить индексацию, в общем, потеряете часть трафика. Поэтому вы должны понимать, что здесь нужно отнестись очень серьезно. И есть один маленький нюанс, но такой довольно-таки весомый. Если мы сможем правильно все сделать, то мы без лишних усилий в дальнейшем сможем получать бесплатный трафик с поисковых систем. Как это сделать? Смотрите, например, у вас магазин по продаже инструментов. Слово «инструменты» будет встречаться часто на вашем сайте. Там где-то в товаре, где-то в заголовке категории и так далее. Вот, смотрите, поэтому нужно постараться адрес сайта, чтобы звучал так же. То есть, например, инструменты.ру. Вот если вы сможете подобрать такой же домен, чтобы он был коротким, без лишних там слов, и чтобы был максимально близко к вашей тематике вашего сайта. Такой сайт в выдаче, в поисковой, Яндекс, например, или Google, будет лучше, выше показан, нежели сайты конкурентов. Такое сделать тяжело, потому что красивые адреса, они уже все заняты. Например, инструменты.ру может быть уже занят. Ну и, соответственно, как это пишется? По-русски мы не будем писать. Нам нужно получить как бы английскими буквами по-русски, чтобы домен был, да? То есть, смотрите, вы, например, можете зайти в админку вашего сайта, перейти материалы, менеджер материалов, создать материал. И в заголовке материала пишите инструменты. Нажимаете сохранить. И вот здесь появляется алиас. То есть, если вы не знаете, как написать, то воспользуйтесь вот так, как я сейчас сделал. Создал просто материал. То есть, нам нужно вот это слово, видите, инструменты и .ru. Зачем нам это нужно? Во-первых, здесь правильно уже написано. И нам нужно проверить, занят ли наш домен, который мы хотим, или нет. Ваша задача будет сначала выписать примерные какие-то приблизительные слова вашей темы, вашего магазина. То есть инструменты, у него могут быть какие-то другие схожие слова. Потому что, скорее всего, если будет одно слово, оно уже будет занято. Вы сначала сделаете список, например, из 10 доменов, которые вы хотели бы зарегистрировать, чтобы потом сразу весь десяток прогнать, проверить, занят ли доменное имя или нет. То есть вот это важный момент. Чтобы не было такого, у вас, например, инструменты, магазин инструментов, а ваш сайт, адрес сайта, например, какой-нибудь там цифры.ру или магазин.ру. Вроде бы магазин инструменты, они как бы близкие, да, слова, потому что инструменты можно купить в магазине. Но это уже не то. Нужно желательно, как я уже говорил, адрес сайта, чтобы был именно ключевым словом, которое часто у вас встречается. То есть у вас магазин инструментов, у вас в описании написано про инструменты, заголовок инструменты, да, и, соответственно, адрес сайта. В идеале это, конечно, должен быть инструменты.ру или .com, то есть тут уже в зависимости от вашей цели. Если у вас магазин, как бы сказать, не только для России, для всего мира, тогда выбираем зону .com. Мировая зона. РУ – это такая распространенная зона по России, да? Ну, конечно, есть еще .su, .net и так далее. Но я предпочитаю как-то вот или РУ, или ком. Теперь, как проверить доменное имя? Мы проверим и там же зарегистрируем его. Регистрация домена стоит 99 рублей. Это сумма за год. Когда год пройдет, вам придет уведомление на e-mail, что пора продлять домен. Продление домена стоит уже 300 рублей. И потом каждый год будете продлять по 300 рублей. Какой выбрать регистратор доменов? То есть выберем самый лучший. Как перейти на него? Просьба зайти на мой сайт. Дальше вы видите вкладку «Рекомендация». Кликаем по слову «Рекомендую». Далее прокручиваем чуть ниже. И вот второй пункт. Домен для вашего сайта.
пожалуйста, пройдите по ссылке с моего сайта. Вот здесь вот ниже, видите, Reg.ru. Переходим. И нас перебрасывает на страницу регистрации доменов. Это самый лучший регистратор доменов. И здесь же мы можем проверить, занято ли наше доменное имя, которое мы хотим, или нет. Вот в это поле мы вставляем то имя, которое хотим проверить. То есть инструменты.ру. И вот здесь справа мы выбираем, ставим галочку в чекбокс, там, где мы хотим проверить. И вот зона .com есть, .ru. И давайте сразу проверим вот три зоны, .net. И нажимаем на кнопку «Проверить». Вроде как адрес свободный. И здесь стоит цена напротив каждого домена. Если мы наводим один домен на 756 рублей, это в зоне .net. И в зоне .ru, вот видите, хотя они пишут 99 рублей, показано здесь 200 рублей. Давайте я вам хочу показать все-таки, как домен, если занят. Напишем, например, «Молоко». Здесь алиас почистим, нажмем еще раз сохранить, чтобы получить вот такое слово английский, да, английскими буквами по-русски. Здесь в этом поле мы все удаляем, вставляем и проверим в зоне .ru. Нажимаю «Проверить». И вот видите, как показано, когда домен занят. Вот домен занят. То есть вы смотрите, занят ли у вас домен или нет. Домен у вас свободен. Теперь мы нажимаем на кнопку «Регистрация». И всплывает окно, и пишем сюда почту. Нажимаем на кнопку «Зарегистрироваться». Добро пожаловать. Нажимаем «Продолжить». Укажите кодовое слово. Это для безопасности. Придумаем какое-нибудь слово. Я напишу «Магазин». «Задать». Далее нам нужно подтвердить регистрацию по почте. Переходим нашу почту, нам пришло уведомление от Reg.ru. Вот вы видите это письмо. Нажимаем «Добро пожаловать». Добро пожаловать в Reg.ru. Поздравляем вас с успешной регистрацией на сайте. Ваш логин здесь показан и ваш пароль. И вот здесь есть ссылка. Пожалуйста, подтвердите регистрацию. Кликаем по этой ссылке. Email успешно был подтвержден. Далее мы уже здесь с вами авторизованы. То есть письмо не удаляйте, либо сохраните вот эти данные от вашего аккаунта на Reg.ru. Здесь видно ваш баланс 0 и личный кабинет, мои домены. И здесь также можно приобрести хостинг. Но хостинг будем приобретать мы в другом месте. Кликаем «Мои домены». Также можете защитить аккаунт. Здесь пишется, что аккаунт не защищен. Кликаем «Защитить». И здесь указывается номер телефона «Привязать». Вам придет смс с кодом подтверждения. Введете код подтверждения, нажмете «Подтвердить». То есть здесь все то же самое. Я не буду здесь подтверждать ничего. Вы уже должны знать примерно, как это делается. И ниже здесь есть ссылки вот «Зарегистрировать домен». То есть мы зарегистрировались с вами в самом сервисе, теперь регистрируем домен. И здесь есть какой-то странный такой нюанс. У меня есть свой аккаунт Reg.ru. У меня там несколько доменов. И почему-то зарегистрировать там новый домен, именно через мой аккаунт, стоит 99 рублей. А сейчас я вместе с вами регистрирую новый аккаунт, показано 199 рублей, на 100 рублей дороже. В общем, вы дальше здесь можете нажать «Зарегистрировать домен», вот в это поле, и нажать «Подобрать». Ну и перед этим нужно поставить галочку напротив той зоны, в которой вы будете регистрировать. Я сейчас ставлю на паузу видео. Перехожу в свой аккаунт Reg.ru и зарегистрирую домен там. Потому что у меня уже есть аккаунт, мне нет смысла регистрироваться в новом аккаунте. У меня в одном аккаунте несколько доменов. Соответственно, если у вас потом появятся другие сайты, вы также сможете регистрировать это в одном аккаунте. Итак, я зашел в свой аккаунт Reg.ru. Значит, делаем то же самое. Значит, кликаем сюда домены на кнопку, да. Ставим без зоны то название, которое вы уже проверили, которое вам нужно в качестве домена. Выбираем галочку, ставим в той зоне, в которой хотите регистрироваться, и нажимаем «Подобрать». Вот о чем я говорил, видите, у меня стоимость 99 рублей. Возможно, это для клиентов, то есть те люди, которые уже имеют здесь зарегистрированные домены. Домен доступен, здесь появляется, значит, окно, то есть внизу появляется такая полосочка, как бы вы добавили в корзину данный домен.
И вот здесь большая кнопка «Зарегистрировать». Нажимаем «Зарегистрировать». Далее прокручиваем ниже. Выберите срок регистрации. 1 год 99 рублей. Ну, у вас может быть 199 рублей. Автопродление стоит включено. Я отключу. Автопродление – это вы, например, на счет, на свой счет в этом аккаунте кладете, например, 1000 рублей. Включаете здесь автопродление, и когда пройдет год, вас не будут тревожить, не будет приходить уведомления, автоматически будет домен продлен на год, и снято будет со счета 300 рублей. Это чтобы вас не тревожить, не заморачиваться. Но я продляю каждый год, поэтому я отключаю. Здесь можно подключить почту, всевозможные услуги они предлагают, мы это не смотрим. Прокручиваем в самый низ, и здесь нам нужно будет заполнить информацию. Все поля, помеченные звездочкой, обязательные. И давайте начнем заполнять. Значит, гражданство выбирайте здесь из списка. Я оставляю Россию, фамилия, имя, отчество. И в подсказках написано фамилия, по-русски пишем. Записали, значит, фамилия, имя, отчество. И по-английски здесь у меня автоматически подставилось. Вот здесь вот идет пример. Спускаемся ниже. Паспортные данные. Нужно записать серию номер. Здесь также в подсказке, видите, написано, как это выглядит. Записывайте, пожалуйста, правдивые данные здесь. Паспортные данные записали. Следующее, ИНН частного лица. Можете не ставить. Галочку можно пропустить. Оно не обязательное поле. Дата рождения. Выбирайте свою дату рождения. Можно кликнуть по любой дате, чтобы быстро здесь изменить на свое. Движемся дальше. Почтовый адрес. И также смотрим здесь пример подсказка. Область не обязательно, город, населенный пункт записываем, улица, дом и получатель. Получатель, вот показано, как здесь нужно оформить. Сидорову Иванову Петровичу. Также пишите свое имя, фамилию и отчество. Телефон является обязательным полем. Пишем свой номер сотового телефона. Прокручиваем ниже. И нужно еще заполнить email. Здесь внизу стоит галочка «Создать профиль для быстрой регистрации». Оставляем, потому что если вы будете регистрировать потом еще домены, вам не придется вот это все заполнять заново. Нажимаем на кнопку «Далее». И если вы допустили ошибку, как я, у вас вылезет вот такая ошибка. И написано «Помечены поля красным, где вы совершили ошибку». Я просмотрел, я совершил ошибку вот здесь в самом конце. То есть, когда мы создавали профиль, его вот здесь надо было как-то назвать. Пишем какое-то здесь название и пробуем еще раз нажать на кнопку «Далее». Итак, если мы все заполнили правильно, нас перебросит вот на такую страницу. Нам предлагают заполнить вот эти поля DNS зонами. Мы пока это делать не будем, потому что у нас с вами не зарегистрирован пока еще хостинг. Это будет в следующем уроке. Когда мы там зарегистрируемся, мы возьмем DNS сервера, который предложит нам хостинг, и пропишем здесь для домена. То есть мы как бы свяжем данный домен с нашим хостингом, с будущим хостингом. Поэтому мы этот шаг пропускаем, нажимаем «Далее». Итак, наш домен помещается в корзину. Мы с вами здесь еще не пополнили счет. Можем нажать на кнопку «Перейти к оплате». И нас выбрасывает вот на такую страницу. Здесь вы должны выбрать, каким способом вам удобно оплатить домен на год. То есть, соответственно, я сейчас буду оплачивать своим способом. Я буду оплачивать через WebMoney, а вы оплачиваете другим удобным для вас способом. Я пока ставлю на паузу. Вы регистрируетесь здесь без меня. Я надеюсь, здесь у вас сложности не возникнет. Итак, я оплатил домен. Вы должны были тоже оплатить домен. Вот здесь вправо в углу у вас здесь показан ваш кабинет. Кликайте вот на этот список. И вот здесь вот кликайте «Мои домены». И здесь у вас должен быть один только домен. У меня тут несколько моих доменов. Вот вы видите, я только что зарегистрировал хостинг-менеджер. Мне тут же приходит квитанция с WebMoney на e-mail. Также у вас придет оповещение от Regru, регистрация домена. Если вы повторяли за мной и сделали все правильно, то у вас состояние должно быть активен, создан, дата, да, и окончание, вот видите, на год продлен. DNS пока нет. Мы с вами, в принципе, все прошли. Регистрацию домена мы произвели, с чем я вас и поздравляю. И увидимся в следующем уроке.